сильными. Лучше устать, чем оказаться застигнутым врасплох. Делай окоп глубже, а его стены прочнее. Усиливай их бревнами. Не откладывай на потом. Оборудуй в окопе боковые ниши, если не хочешь получить посылку от вражеского беспилотника. Не жди, что за тебя все сделает кто-то другой. Сам заботься о себе и боевых товарищах. На подходе к окопу незаметно разложи пластиковые бутылки и куски шифера. Натяни проволоку с жестяными банками. Незваному гостю нужно обеспечить громкий прием. Всегда ожидай пакости от противника. Этот навык отличает хорошего солдата от мертвого.